Всем доброго времени суток, с вами Андрей и компания Лесобаза РФ. Сегодня я вам расскажу про соединительную пластину. Пластина соединительная применяется для скрепления различных элементов в одной плоскости. Используется при соединении деревянных стоек, строганного и обрезного бруса, балок стропильных систем, а также с бетонным или металлическим каркасом. Используемая оцинкованная сталь имеет толщину 2 или 2,5 мм. Основные преимущества соединительной пластины. Широкий размерный ряд от 80 на 20 мм до 1250 на 200 мм. Используемая для изготовления соединительной пластины углеродистая сталь с цинковым покрытием увеличивает долговечность крепления. Простота использования. Не требует дополнительной врезки в скрепляемый материал. Наличие перфорации, позволяющее увеличить варианты соединения. В качестве крепежного элемента можно использовать обычные саморезы, шурупы или гвозди. Применяя данную пластину, вы получаете надежный, долговечный и, в свою очередь, недорогой крепеж, позволяющий скрепить различные модули и блоки без особых проблем. Звоните и заказывайте соединительную пластину в компании Лесобаза.